покажу, какая качера частота без заземления и заземления. Только вот минус заземленный, все общий минус, больше ничего. А теперь даже и он не заземлен, бьется током, минус, потому что вот качер идет. Вот частота 90-22 килогерца. Теперь заземляю минус. Вот тут провод из нескольких кусков земляной. Вот, вот тут войдет. Там вот тут еще. И вот этот уже толстый 2,5 миллиметров квадратных идет, 5 метров идет на батарею на землю. Вот 923 килогерц. Вот тут я уже саму руку приближаю. Начинает, ему приблизил руку. Немножко спала частота. Вот если землю подцеплю, а я руку вот там уже поднес, еще спало 90-17. А теперь землю дотрагиваю землей. 874. Отрагиваю 916. И немножко земля дает. Меняет частоту. Вот. Подцепил землю. 874. Теперь подцеплю в другом месте. Вот. В этом вот. Смотрю, что будет. О, 907, когда этот в воздухе земля висит. Хоть она и в воздухе висит, но уже как-то не так бьется. Только он бьется, но уже искорки намного слабее. Вот это 90-22-23. Теперь я землю подцеплю. 90-75. Ой, 875. То есть как бы большой разницы нет. Или там длиннее земля немножко, или короче. Частота примерно та самая. Wow.